А большинство людей, они хотят просто чем-то заниматься постоянно, внимание, чтобы было чем-то занято, работой, развлечениями, там, кинофильмами, музыкой, прогулкой, чтением, общением. И это так, вот такая привычка, как бы постоянно отвлекать внимание от самости, вот от этого ощущения собственного присутствия. Она не случайна, потому что это отвлечение внимания, невосприятие собственной идентичности означает освобождение от того, что вам не свойственно изначально. То есть вы как бы косвенными методами, как говорится, огородами, да, вы в эти моменты переживаете освобождение от себя. Это просто надо, ну, это надо заметить, это надо просто признать и, ну, как бы более честно об этом открыто, значит, говорил только Нисаргадатта Махарадж, потому что все остальные, они там направляли как раз на вот это ощущение самости там и так далее, что, в общем-то, очень на самом деле непонятно для чего. Потому что как раз-таки освобождение от этого ощущения и отождествления есть ваша подлинная природа, и, собственно говоря, вы к этому инстинктивно стремитесь. То есть это просто надо признать, что вы хотите отвлекаться от того, кем вы себя считаете, а это вот отождествление, оно появилось. Вы как бы себя просто в этом обнаружили, вы это не брали, вы это не покупали. Можно сказать, что вы, ну, вы просто вот в детстве, вот родилось тело, сознание, да, вот оно так вот выросло, да, это тело, там появилось «я есть», там отождествление, и вот как бы это просто вот данность такая, то есть вы это получили просто, вот так вот. Вот. И вы это с собой считали, как говорится, потому что вам так сказали, потому что там все так считают, потому что вы не исследовали этот вопрос, потому что это как бы самое первое отождествление. Как я вот говорил на сатсанге, вот вы, допустим, подумали, и рука у вас поднялась или опустилась, а вот этот стакан не поднялся и не опустился, если вы об этом подумали. То есть, типа, если вы можете вот этим управлять, значит, это вот вы, а это не вы. То есть это просто вот у вас логика такая вот была. И это все подтверждается, подтверждает, что вот это вам ближе, чем вот это, да, как бы отождествление, в плане отождествлений. Вот. И, соответственно, это все закреплялось в памяти, и такая привычка, она у вас просто, собственно, стало как основной привычкой. Вот. И, соответственно, ощущение вот этой отождествленности, оно вы другого-то, другое не отождествление, вы знаете только в глубоком сне и только когда вот именно в эти моменты увлеченности чем-то, отвлеченности, спорт там, там искусство, музыка, кино, все что угодно вообще, что отвлекает вас от ощущения себя, оно вас освобождает от того, что вам не свойственно изначально просто. Вот. А то, что вам как бы это никто не впаривал, а просто как результат неисследования, так сказать. Если бы вы это выбрали, если бы вам это впарили, да, ну, как бы убедили, да, это было бы там одно. А здесь вы просто вот с детства, по сути, приобрели такой вот, вы как бы приняли его как наследство, по сути, вот вы родились. И это отождествление, оно у вас, соответственно, вы из этого отождествления исходите, просто живете, и оно же причиняет неудобства.